Мои хорошие, очень важное для вас объявление. 29 апреля должен был состояться мой концерт в Владикавказе. И я говорила и писала о том, что он состоится при любых обстоятельствах, потому что огромное количество людей, несмотря на гнёт со стороны власти, несмотря на то, что мои плакаты издеваются, огромное количество людей очень хотели на этот концерт попасть. Но дело в том, что нас уже начали запугивать власти, присылать угрозы, и, скорее всего, если мы туда приедем, то это уже будет небезопасно для вас, для моих людей, и небезопасно, к сожалению, для меня и для моего коллектива. Никогда не думала, что с этим столкнусь. Я всегда была уверена, что у музыки нет границ. И музыка — это то, что дарит людям любовь и счастье. Все те, кто купил билеты на мой концерт —